Гонза, ты будешь из деревушки работать? Да, там есть отличный домик, из которых видна зона. Правда, далековато, но у нас снайпы вроде тоже не самые плохие. Гонза, подходы будем минировать, нет? А у нас есть чем? 4 М18-х, сейчас скажу, М18А1, 4 штуки в рюкзаке. Тогда можно домики проминировать, в которых будем пока сидеть. Давай тогда вот вход, наверное, в деревушку. Вот этот в начале, там две. И домики. На севере? Да-да-да, на севере вот эти домики на всякий случай. Ну давай. Дарк. Проще будет. Ты видал там, как мы попали? Да, я знаю, что ты не промахнешься. Я долго там целил. Тогда, наверное, высадка будет там же, где снайперы. Пехота пойдет вдоль дороги, а вы там спину будете крыть. И фанк слева справа. Давайте так. Немножко от зоника пошел. Они же отсюда нас видеть могут же? Конечно, могут. Вот сейчас представляете, туда вся сторона побежала на место высадки. Пиццу доставлять. Там с пылесосом все накрывать. Да-да. А там же котлеты и РПГ-хи у них есть, если то будет весело. У них это стрел нет? Нет, черт, что это нет. Надеюсь, нет. Надеяться не вредно. Слушай, я не могу садиться. Даркнесс, ты не против ботов играешь? Ты против людей? Бери, куда ты летишь, блин. Нормально. Че вы меня учите? Сейчас сами сядете. Давай, выходи, мы садимся за стрелом. Там запрыгаем. Раз, два. Не прыгай. Ой, я бы не советовал. Назад лезть. Прыгай. Ты первый. Ты пошел. Два самоубийцы. Два осталось. Так, остальных садить, да? Да, лучше посадить. Где-нибудь здесь вот сядь и нормально. Ты резко заходишь. Нормально, нормально. Сейчас упадем быстро. Нормально. Не переверни только вертолет. Нет, мы не сказали. Нормально гори. Вон дорога, можно на дорогу посадить. Сейчас раньше снайпер все. Дави снайпер. Во-во. Кому будет мешать трава, на кнопке Upscale можно траву примять, лежать. Высадка. Высадка. Конечно, все равно нравится. Двигаемся на 330 вверх. Все внимательно смотрят по сторонам. Да, кстати, может. Враг на кого похож? Да талибы, наверное. Хорошо, тогда сижу здесь, что-то у вас. Дал метку. Не захожу в город. Каваш где-то слева бьет, у нас близко. Блин, тут уже палево. Какой-то... О, это кто? Какая? Что-то он пропал. Спрятался, сел. Слушайте, снайпер, это не ваш пулемет работает? Не, у нас нет пулемета. Это ПКМ где-то. Короче, позади нас где-то ПКМ работает. То... Надо его убрать, наверное. Да-да, я замерил. Он получается от меня вверх по склону, я пойду проверять. Да-да-да-да, давай, я тоже иду туда. За этой штукой работает. Идем проверять между вами и деревней пулемет.
если он на минуту, на секунду. А я сейчас пойду посмотрю, буду смотреть сейчас Сергей на мапу. Кто-то еще не носит. Что там, а вы живы? Живой. Стою пока, прислушиваюсь, не дергаюсь. Надо, чтобы он завелся, наверное, сразу тебя лечу. Ну, он где-то на сопке, в лесу. Так, тут окопы какие-то наверху, слушайте. Если поверх подняться, здесь окоп. Если не отзываюсь, делайте сдвиг. Он за как тут поправки действует, честно говоря, нет. На ветер, в смысле? Да, да, да. О, ну это тяжело объяснять. Нет. Так, кто-то бегает вроде бы понизу. Да. Как из этих окопов выйти? А вот. Короче, я скажу, кто трясок, откуда калаш бил. Крем замолчал, что-то не принял. Да. Вертуха там ничего не видит. Садится вертолет. А, меня я повоевать хочет, что ли? Да, вижу. Убил. Крем рядом снова. Убил. Убил ПКМщик. Надеюсь, убил. Сейчас перевяжусь, дострелю еще. Они в черных челмах. Да, в черных челмах. Сейчас попробую рацию взять. Я где-то рядом с тобой, видимо, АВ. Похоже, что я уже убежал далеко вперед. Я уже около второй деревни, а не около первой. А, так у тебя есть карта? Ты что? Да, я же сказал. Ты думаешь, как на это щит попал? Свои стреляли? Думаю, нет. Закашки. Крепежет. Да. Я могу тоже. Вижу.
Как жестоко. Убили тебя, Паш. М? Я говорю, убили? Да. Ну, так один триггер остался захватить еще. Ну. Пойдем. А Гонза умер? Да. Ну, убили. Нас убили. Пушка летала, может, спалили то, что там подходит. Ну, может. Медок где-то сюда хуже пробил. Где там? А, это не свет инвентарь. Где-то на дубу. Ну, не знаю, нас он рашил. Я не помню, Сэмка, по-моему, нас рашил. Там интересно. Краба подкоцали гпшки. Беда. Ну если Раша лежит. Да. Нога у него левая, самая тяжелая часть его. С лестницы не отпустила. Замуровали демоны. Угу. Лестницы они такие. Оп. Теперь они руки трястись будут. Ну, спасибо, скажет укроп. Ты доктор. А, укроп вообще внутри уже. Сейчас Колби выбежит. Выбежит. Да. Кроп. Дебил. Да. Дебил. Ты говоришь? Я говорю, дебил. Спасибо. Я тут очень такая пустая. О, кроп умер. Все? Да. Да. Куда ты попал? Кроп, хорошую ГПХ в краба дал.